Достижение академика Завойского в стенах Казанского университета. История молодого ученого КФУ. Всем привет! В эфире «Универ Новости», а в студии Валерия Карташова. На площадке Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма состоялась торжественная церемония закрытия года педагога и наставника в Республике Татарстан, в которой принял участие РАИСРТ Рустам Миниханов. Он вручил государственные награды наиболее отличившимся работникам сферы образования. В числе награжденных директор Астрономической обсерватории имени Энгельгарда, профессор кафедры астрономии и космической геодезии Института физики Казанского федерального университета Юрий Нефедьев. Он отмечен медалью «100 лет образования Татарской автономной Советской Социалистической Республики». Отметим, что Юрий Нефедьев является активным популяризатором науки. Он читает в КФУ научно-популярные лекции, часто выступает в качестве эксперта в различных республиканских и российских СМИ. Не секрет, что в Казанском федеральном университете преподают и трудятся в лабораториях лучшие из лучших ученых. Примечательно и то, что структура вуза позволяет проявить себя и свои способности молодым деятелям российской науки. И поэтому в преддверии Дня российской науки мы подготовили для вас серию сюжетов о молодых ученых Казанского федерального университета. Одним из главных героев на этот раз стал Максим Пудовкин, старший научный сотрудник кафедры квантовой электроники и радиоспектроскопии Института физики КФУ. Чем он занимается, расскажем далее. Максим Пудовкин, старший научный сотрудник кафедры квантовой электроники и радиоспектроскопии Института физики Казанского федерального университета. Родился в 1989 году, 12 ноября, в Зеленодольске, где закончил с отличием гимназию, а после выбрал КФУ как свою альма-матер. В 2013 он закончил Институт физики по специальности радиофизика и в этом же году поступил в аспирантуру по направлению физика конденсированного состояния, где и началась его научная деятельность. Путь, наверное, каждого студента начинается с того, что необходимо писать курсовую. И как бы я был с разными научными руководителями, и в итоге остановился на лаборатории, которая находится вот как раз в главном здании, где мне больше всего понравилось. Я решил остаться в аспирантуре. И дальше, учитывая, что как бы наша лаборатория, наш кафедр и вообще институт физики, он очень тесно связан и с химиками, и с биологами, и с другими организациями, в том числе Академией наук, мне пришлось взаимодействовать с различными людьми, специалистами в разных сферах. И это очень сильно увлекло и позволило вот как-то наметить свою собственную такую дорогу в этом направлении. Научная работа оказалась междисциплинарной и включала в себя химический синтез нано- и микролюминофоров, исследование их люминесцентных свойств и исследование их биологической активности. По итогам исследования была защищена кандидатская диссертация по специальности биофизика, темой которой было создание нетоксичных температурных наносенсоров для промышленного и биомедицинского применения. Максим продолжил развивать этот междисциплинарный подход для создания температурных наносенсоров и наносенсоров, позволяющих определять сверхнизкие концентрации искомых молекул в рамках НИЛ гибридные оптические сенсоры. Получается, что в современном мире существует большое количество методов обнаружения, например, концентрации какой-то молекулы в каком-то растворе, либо измерения температуры. Однако в современном обществе, помимо развития технологий, существует потребность, например, определения очень низких концентраций молекул. Это буквально пикомоль на литр, то есть это когда между расстоянием между двумя молекулами составляют десятки микрометров. Это очень небольшое количество молекул, и в пробе их нужно обнаружить. А вторая потребность – это как раз измерение температуры в какой-то маленькой области, биологическая клетка, микротранзистор и так далее. Этим уже для этих измерений нельзя делать традиционные какие-то разработанные технологии, нужно что-то новое. И поэтому в рамках нашей лаборатории, наш большой коллектив, включая меня, разрабатывает эти технологии. То есть первое – это температура. Есть такое явление, как люминесценция, я об этом покажу. То есть когда излучение… Вернее, вещество переизлучает падающий свет. Вот мы видим прекрасно и вот эти вот различные в клубе палочки, которые гнутся и сверкает эта хемолюминесценция, и многие другие явления. Это явление подвержено влиянию извне. То есть при температуре оно может меняться. Поэтому мы таким образом пытаемся детектировать что-то вот на совсем клеточном уровне, на уровне маленьких транзисторов. Сейчас график Максима трудно назвать легким, ведь нужно успеть и на работу в уже родную лабораторию, а потом прочитать лекцию студентам. Но он из тех, чьи амбиции
интуиции, страсть к открытиям стали его сутью. Неутомимое стремление к знаниям помогло ему стать одним из самых многообещающих молодых ученых. На самом деле, по расписанию все дни очень разные. Например, если у нас идет, вот сейчас будет лекция у меня стартует, это, допустим, может начаться подготовки лекции. Но в целом, наверное, лучше обобщить, да? Смысл в том, что нам нужно, как ученым, всегда проводить исследования, делать публикации, то есть их обнародовать, и заниматься тем, например, что подавать на гранты, плюс есть некие работы с нашей командой связанные, поэтому вот нужно по всем направлениям всегда стараться стрелять. И если так усреднить, то получается, что нужно стараться равномерно посвящать и исследованиям, и публикациям, и команде, и каким-то вопросам, связанным с закупками элементарно, с какими-то административными вещами. Максим Пудовкин является руководителем научно-исследовательской лаборатории «Гибридные оптические сенсоры» Института физики Казанского федерального университета. Вместе со своей командой они делают внушительный вклад для решения фундаментальных задач биомедицины и материаловедения. Лаборатория гибридно-оптические сенсоры основана на том, что мы анализируем сигнал люминесценции. Самый лучший пример – это, вот, допустим, кристалл лантан фтор-3 с празеодимом, который выращен в нашей лаборатории нашими коллегами более старшими, и является идеальным примером. Дело в том, что вещество может поглощать излучение, например, какой-то коротковолновой области синий свет, и переизлучать его в более коротковолновую область, например, оранжевый, желтый и так далее. Это явление вот, можно так вот в общем словами сказать люминесценция. Выглядит это примерно следующим образом. У нас есть синее излучение лазера, длина волны 444 нанометра. Мы подставляем наш кристалл, видим, что здесь является такое оранжевое свечение, которое и есть та самая люминесценция. Эти свойства мы изучаем. В чем самый интересный момент? Дело в том, что если этот кристалл сделать наноразмерным, то есть это намного меньше, например, живой клетки, какого-то транзистора, он также будет люминесцировать с небольшими, конечно, поправками, но тем не менее. Если, например, такой нанокристалл находится при температуре немножко другой, то у нас условно цвет меняется, и либо какие-то другие характеристики. Таким образом, мы можем, например, этот кристалл, поместив в маленькую часть какого-то объекта, попытаться измерить его температуру вот по сигналу люминесценции, естественно, заранее исследовав, как он зависит от температуры. Помимо прочего, Максим имеет гранты Министерства образования и науки Российской Федерации и Российского научного фонда по данной тематике. 42 публикации, входящие в базы данных Scopus или Web of Science. Его персональный индекс Хирша 11. Он определяет научную продуктивность деятеля. Пример амбициозного и талантливого исследователя, чьи работы и открытия принесут множество преимуществ для науки и человечества. Он неутомимо исследует законы природы, открывая новые пути для будущих поколений ученых. Валерия Карташова, Александр Кузнецов, Универ-Новости. Согласно традиции, выпуски новостей ежегодно посвящены открытиям ученых Казанского университета в период Великой Отечественной войны в рамках проекта «Научный полк». В этом сюжете речь пойдет о великом советском физике-экспериментаторе, герое социалистического труда и лауреате Ленинской премии Евгении Завойском, который стал первооткрывателем парамагнитного резонанса задолго до нобелевских лауреатов Феликса Блоха и Эдуарда Милса Пёрсела. Подробнее расскажет наш корреспондент. Евгений Завойский – основатель Казанской научной школы физиков, открывший электронный парамагнитный резонанс. В 1926 году Евгений Константинович поступил на физико-математический факультет Казанского университета, а в 1938 году после защиты кандидатской диссертации возглавил кафедру физики Казанского университета. Уже в первые годы заведования кафедрой научные интересы Завойского сосредоточились на изучении радиотехническими методами различных физических явлений. Ему удалось добиться открытия в университете лаборатории ультракоротких волн. Под его руководством развернулись широкие исследования поглощения радиоволн электромагнитами и газами. В Казани он стал родоначальником школы магнитной радиоспектроскопии. Наряду с научной работой в казанский период своей деятельности Завойский уделял большое внимание преподаванию физики в университете. Его лекции отличались оригинальностью построения и включали в себя последние достижения науки, не вошедшие еще в традиционные учебные пособия. Во-первых, основная моя деятельность была использование и методы электронного парамагнитного резонанса, который открыл Завойский здесь, в Казанском университете, в 1944 году, 1944 году, во время войны. И вместе, я теоретик, но я работаю с экспериментаторами, и нашими экспериментаторами, много очень работы у меня вместе с экспериментаторами
в Цюрихе, в Швейцарии, в Германии там разные, Дармштадт, Дрезден, различные центры, Аугсбург. Моя была задача, они измеряют, а я интерпретирую эти результаты, которые были измерены методом Завойского, электронного парамагнитного резонанса. В годы начала Великой Отечественной войны в стране встала проблема размещения научных работников и оборудования эвакуированных институтов и лабораторий. В 1941 году, после ознакомления с работами голландского физика Корнелиса Гортера по парамагнитной релаксации и его попытками определения магнитных моментов атомных ядер, Завойский решил повторить эти работы, но использовать не калориметрический метод Гортера, а свой, более чувствительный метод сеточного тока. Но ему не удалось закончить свои эксперименты. Евгений Константинович был вынужден переключиться на оборонную тематику – разработку массового излучателя ультрагерцовых волн в лаборатории Аркадьева. В конце 1943 года он снова возвращается к работе по определению магнитных моментов атомных ядер, применяя более чувствительную аппаратуру и метод модуляции магнитного поля. А с 25 ноября, судя по документам, начинает экспериментальную работу над второй докторской диссертацией. Закончился период его вынужденного творческого простоя. Защита диссертации состоялась 30 января 1945 года в Физическом институте Академии наук СССР. В дальнейшем Завойскому была присуждена ученая степень доктора физико-математических наук, а затем присвоено ученое звание профессора. Что это открытие Завойского, оно происходило во время войны, и тем не менее уже тогда было воспринято и у нас в Советском Союзе тогда и известными людьми, и стало ясно, что это один из самых чувствительных методов исследования структуры и процессов на микроскопическом уровне в твердых телах и в жидкостях. И именно то, что это оказался одним из самых чувствительных методов, а может быть даже самым чувствительным методом, можно считать одним из крупнейших открытий прошлого века. В Казанском федеральном университете открыт музей Евгения Завойского. Перед корпусом Института физики установлен бюст ученого, а также проводятся ежегодные Завойские чтения. Также имя ученого носит одна из улиц Советского района Казани. Елизавета Газизянова, Универ-Новости. Победителем ежегодной республиканской премии «Студент года Республики Татарстан-2023» в номинации «Студенческая медиа года» стал медиацентр «Труба» Института физики Казанского федерального университета. Как рассказала руководитель медиацентра, студентка третьего курса ИФ Наргиза Шагирова, «Труба» была создана в 2016 году. Идея заключалась в пересоздании онлайн-газеты Института физики. После обретения популярности в 2021 году физики решаются на создание полноценного медиацентра с одноименным названием. Сейчас команда «Трубы» насчитывает 40 человек, а деятельность реализуется в 5 направлениях – копирайтинг, дизайн, фото, видео и подкасты. Медиацентр, по словам Шакировой, включает не только освещение мероприятий, но также развлекательный и научно-популярный контент. С 29 января по 3 февраля бойцы социальных отрядов студентов МИРАС и МАТУР штаба студенческих отрядов Казанского федерального университета окажут адресную помощь жителям сельских районов Республики Татарстан, а также проведут мастер-классы в школах и выступят с творческой программой перед населением. В Казанском федеральном университете с 2019 года ежегодно работает социальный отряд студентов МИРАС, который формируется из участников штаба студенческих отрядов КФУ и оказывает помощь населению районов Республики Татарстан. В этом году в университете было создано новое объединение – социальный отряд студентов МАТУР. В каждом из отрядов по 15 студентов. Одно из направлений деятельности – работа по уборке в домах, а также очистка снега во дворах ветеранов и пожилых людей. В школах бойцы проводят профориентационные мероприятия и тренинги, творческие мастер-классы и занятия, посвященные истории, культуре и национальным языкам Татарстана. В сельских клубах будут организованы культурно-массовые мероприятия и концерты с национальным колоритом для взрослого населения. На этом все. В студии была Валерия Карташова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!